Музыка очень влияет на человека. Вызывает в тебя какую-то эмоцию. Пусть это негативная эмоция, либо хорошая эмоция. И мы же как? Мы же люд такой вот. Мы управляемся в основном эмоциями, а уже потом думаем. Мне уже залезть надо? Не, прыгнешь, прыгнешь. Погнали! Я когда учил диджеев, я им говорил, научить быть диджеем вас не могу. Сводить два трека я научу. А именно конкретно диджеем быть... Русская попса, заграничная попса. Никто не хочет экспериментировать. Все чего-то боятся, что к ним не придут люди. Что сверху хозяин выдает по шапке. Большинство людей, работающих в нашей сфере, сыкуют. Сыкуют самовыражаться. На Западе там изначально о музыке. Там никакая коммерция, ни деньги, там изначально о музыке. Так вышло, что музыка начала зарабатывать много денег. У нас же все наоборот.